Здесь есть люди, которые против денег. Против? Да. Ну, хороших таких денег. 200-300 тысяч в месяц. Кто не любит деньги? Давайте так. Я не люблю. Не может. Может. Сами по себе деньги я не люблю. Мне... Вот. Как возможность... Вот о чем речь, понимаете? И мы расставляем акценты. Казалось бы, это ерунда. Нет, не ерунда, потому что человек, который любит деньги, это Плюшкин. Казалось бы, ну, установка, ну, вот они, да, убеждение, ценность. Ценность – это деньги. И тогда ты начинаешь делать деньги ради денег. И, простите, это та психология, что давайте вот на черный день накопить кубышка, да, вот так. Или вот этот азарт, еще денег, еще денег, еще денег. Господи, ты жить когда начнешь? Не высыпаются. Богатые люди, богатые, знаю, о чем говорю. Ладно, не такие богатые, как, скажем, Рокфеллер, но очень обеспеченные люди. Не спят, не едят, болеют, некогда им лечиться. Синдром отложенной жизни, да?